Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели студии Сальте. Сейчас мы ведем передачу в студии Сальте из Грузии совместно вместе с Москвой, вместе с Россией. В Грузии веду передачу я, Давид Хараидзе. Наша передача называется, общее название, которое я веду, называется по-грузински «Эри и Бери». Это, а если делать такой дословный перевод, это звучит по-русски вот так. Эри – это народ, а Бери – это монашество. То есть мы тут объединили народ и монашество. То есть и духовная сторона, и такая гражданская сторона, и миряне. И хотим создать одно общее мнение, объединиться духом, то есть единодушие достичь. И сохранить все наши самые хорошие свойства, качества, достоинства и все те традиции добрые, которые нам передали наши предки. И для этого, чтобы это сохранить и восстановить отношения с Россией, укрепить наши связи и как культурные, и как экономические, и как религиозные, потому что мы единоверцы, единородцы, и также как и образовательные. Вот для этой цели мы ведем совместную передачу вместе с Дмитрием Михайловым, который находится в Москве. Он профессиональный журналист и руководитель организации «Русские репортеры». То есть непосредственно хорошо знает это дело, чем я сейчас занимаюсь по своей скудости ума. Поскольку совсем вот решили, мы люди объединились совсем недавнее время, года 3 назад, и организовали студию «Сальте». И у меня назначение его то, что создать свободное пространство, медиапространство в Грузии. Такой портал информационный. И приглашаем людей, которые умеют, у которых горячее сердце, чтят традиции наши и умеют делать умозаключение и высказать свое мнение вот как-то складно. А в этом деле именно вот то, что в чем мы нуждаемся, вот восстановление наших отношений между российской и грузинской государственностью. Вот очень важную, самую важную роль, на мой взгляд, Дмитрий, это занимает, конечно, в первую очередь наша церковь. А после церкви уже по важности, в моем понимании, идет именно журналистика. Потому что, как я понимаю, журналисты – это именно те люди, которые умеют, могут и желают донести у людей общее мнение, общее общественное мнение, народное мнение, народные желания, цели, мысли. Вот все, что хорошее создано во всех этих направлениях, что я сказал сейчас, там и культурном, и образовательном, и духовном. Вот именно журналисты это могут донести до людей. Достойно и красиво. Вот я так понимаю именно эту журналистику. То, что сегодня очень хромает в Грузии. Она видоизменилась, очень далеко отошла из начальных истоков. Вот давайте поговорим об этом. Расскажите нам, пожалуйста, Дмитрий, вот как вы на все это дело смотрите? Как вам это дело представляется? И какие действия вы совершаете вот для укрепления и удерживания именно той сути журналистической, вот из-за чего было когда-то создано самое это такое направление, почти научное, как то, что называется журналистика. Это основное такое. И до того я бы попросил бы вот, Дмитрий, вот рассказать, вот, что для вас лично представляет себе вот Грузия. Вот кто такой грузинский народ, грузинский человек для вас лично? Вот какие у вас внутренние настрои, отношения? Вот какие у вас впечатления от Грузии? Это вот второй вопрос, он самый простой, потому что
Мне очень просто ответить. Я очень люблю Грузию. Мне очень близки грузины по духу, по какому-то. Вот эта широта, доброта. Мне кажется, не только мне, но вообще русские и грузины, конечно, разные. Но мы очень близки по своей сути, видимо, взаимно напитавшись вот за эти столетия совместной жизни. Там что-то от русских перешло к грузинам, что-то от грузин к русским. Конечно, я очень люблю Тбилиси, очень люблю Грузию, и всегда с радостью там бываю, и с радостью встречаюсь с людьми. И иногда горько, что я уже не с каждым человеком в Тбилиси могу поговорить по-русски, особенно с молодыми. Иногда горько, что некоторые молодые, особенно люди, воспринимают Россию как, ну, что-то постороннее в лучшем случае, или даже как врага. Мне кажется, это ужасно, и это нужно менять, ну, просто потому что это глупо. И мне кажется, для Грузии нет ничего неправильнее, чем окончательно развестись с Россией, учитывая, ну, рядом с какими странами она находится, учитывая, в принципе, геополитическую ситуацию в современном мире, которая, мягко говоря, непростая, ну и так далее. Что касается журналистики. Журналистика сейчас находится в глубоком кризисе везде. И в Америке, и в Европе, и в России, и в Грузии тоже, несомненно. Это общемировой кризис, связанный с тем, что традиционная журналистика уступает место нетрадиционной, скажем так, нетрадиционным коммуникациям, таким как блогинг и вот это вот все. И мы, журналисты, пытаемся понять, как все-таки сохранить профессию. Вопрос даже не в том, чтобы сохраниться в профессии. В общем, любой из нас может работать с кем угодно. А вопрос в том, что это действительно очень важный институт, общественный прежде всего, который помогает людям понимать друг друга, государствам понимать свое общество, разным обществам разных стран понимать друг друга и так далее, и так далее. Вот эти все функции никакой блогинг, конечно, заменить не может. Но проблема в том, что раз эта отрасль в кризисе, то из нее ушли деньги. Если раньше, это очень важный момент, если раньше журналистика была окупаемой сама по себе, то сейчас это в большинстве случаев убыточный вид деятельности, а это значит, что журналистов очень просто стало купить. То есть ну, СМИ, редакции и так далее. А кто платит, тот и заказывает музыку. Независимых СМИ практически не существует уже. Ни одного просто. Ни одного на всей планете независимого СМИ не существует. И СМИ вынуждены брать деньги в основном. Да? А? То есть либерализм полностью захватил этот отрасль. Либерализм – это настолько тоталитарная идеология, что он не допускает вариант. И благодаря этому мы получили вот такую ситуацию, когда не осталось независимых СМИ. Это означает что? Это означает, что у многих, вернее даже у большинства СМИ нет своей собственной позиции. Они транслируют то, что требуют или просят транслировать учредители, спонсоры и так далее. И вот в этом, мне кажется, огромная проблема взаимодействия, например, русских и грузинских СМИ. Если бы мы все были независимы, мы бы писали о людях, мы бы писали, ну, писали, снимали, неважно. Мы бы исследовали какие-то проблемы,
мы бы пытались наладить взаимопонимание, взаимоотношения и так далее. А будучи зависимыми, СМИ выполняют команды тех правительств, которые сейчас существуют. И в этом смысле я не то чтобы хочу там похвалить российскую прессу и унизить грузинскую, нет. Я хочу сказать, что политика российского государства сейчас, она объединительная. То есть она объединительная, интеграционная, дружественная по отношению ко всем странам бывшего Советского Союза, как минимум. У нас есть официальные страны-враги, есть даже их список. Ни одна из стран бывшего Советского Союза в этот список не входит. То есть официальная позиция России состоит в том, чтобы налаживать взаимоотношения. Официальная позиция властей Грузии, к сожалению, состоит не в этом. Она состоит в чем-то другом. И, соответственно, грузинские СМИ не пытаются сделать ничего, чтобы это взаимодействие наладить. А если поступить по-честному, был бы смысл, наверное, там, я не знаю, выйти на улицу в Тбилиси или в каком-то другом городе и спросить у первого встречного: тебе русский враг? Я не думаю, что будет много ответов «да». Большинство ответов все-таки будут «нет». И вот на этой почве, на человеческих историях, на культурных взаимосвязях. Вот на этом все можно строить какую-то базу взаимопонимания. Ну, этот вопрос, который вот сейчас мы поставили, вернее, с вашей стороны был поставлен, вот враг или не враг, вот я бы поставил бы вот так. Вот мы основа наша, да, вот как мы с вами уже, в принципе, не далекие люди, а близкие люди, да. И мы оба православные христиане, мы знаем, в чем суть православного христианства. Вот это основа моей жизни. Я настолько вжился в этом, что даже без этого свою жизнь не представляю. Поэтому мне как-то не представляется, как может быть православный человек врагом православного человека. Мы же причащаемся, исповедуемся, мы объединяемся во Христе, братья и сестры. Вот сама... Да, но мы видим, как православные люди из вооруженных сил Украины стреляют в православных людей на Донбассе. И видим, и не только на Украине это видели совсем недавно в Цхинвале тоже. Да, конечно. И в Абхазии видели Сухуми еще в начале 90-х. И более того, у нас вообще шла гражданская война внутри. Это я называю братоубийственной войной. Конечно. И братоубийственный грех самый страшный, самый тяжелый. Но это все случилось. Это случилось. Иногда бывает брат брата в одной семье, брат брата убивает или брат сестру убивает. Вот бывают такие случаи. Или даже отец сына убивает, такие случаи тоже бывают. Но это просто такое сражение, какая-то битва непонятная. То есть злость, выливание злости, ну, она не может быть превращена враждой. И это имею в виду. То есть вражду, вот что такое война, в моем понимании. Война это, чтобы понять, что такое война, надо сначала сказать, что такое мир. Мир это когда есть Бог. Сам Господь Бог, Он сказал, что вот я мирный и спокойный. Это Его слова, Христа Спасителя. То есть пока ты с Богом, это мир. А там, где нету Бога, вот это и есть война. Вот отдалился человек от Бога, он стал злобный и воинственный. Но когда возвращаешься к Богу, ну это все проходит. Я к чему это говорю, что это надо поставить конец. Это все случилось. Но любовь же самое основное. Вот недавно мы вели тоже так передачу из России с отцом Андреем, который служит в Белгородской области. И мы назвали эту передачу вот так, что любовь – это цель, борьба со страстями – это путь, а молитва – это
движущая сила. И вот лично мне правда, понятие правды для меня, она стоит ну, на каком-то третьем, четвертом месте. На первом стоит любовь. Если моя правда не зарождает любви, то тогда она мне не нужна. И думаю, никому она и не нужна. Вот что такое правда? Это править, управлять. А к чему управлять, если нет любви? Поэтому думаю, что это наша основа. Вот это должно быть статься именно действительно реальной основой для восстановления и для укрепления этой любви и для укрепления наших отношений. Именно межгосударственных, потому что мы-то люди очень легко ладим друг друга. У нас есть и взаимолюбовь, взаимоуважение. И стараемся культурные связи поддерживать. Вот сейчас мы говорим о журналистике. Вообще происходит такие одновременные напасти и на все страны. Я думаю, не только на православные. Вот я знаю, как происходит в России, как нападают журналисты на церковь, например. Да, то же самое происходит в Грузии. Притом это одновременно. Там начинают грязью обливаться, и здесь начинают одновременно грязью обливать священство, например. Да, я слышал про этот, про эту историю у вас, да. Да, и, наверное, в других отраслях тоже так. И кто этим руководит? Кто ставит нас искусственно в этом враждебном отношениях, положениях, вот, вопреки нашей желанию и вопреки нашей воле? Вот как твой взгляд вот на это? Я не знаю, кто всем этим руководит. Я все-таки журналист, и я могу высказывать свое мнение, только имея какие-то доказательства, никаких доказательств у меня, конечно же, нет. Но мне кажется, что это все происходит в рамках геополитической, геостратегической борьбы, которая не утихает никогда. Она утихла в 1991 году, потому что мы эту борьбу, мы, в смысле, Советский Союз, эту борьбу проиграли. Да. Но сейчас мы снова пытаемся отыграть, ну, как бы мы, Россия пытается занять свое место в мире, да, и свое место в мире она не может занять просто так. Это борьба заново отвоевать свое место. И понятно, что у России есть какие-то геостратегические, ну просто естественные партнеры. Да? Это даже не потому, что кто-то кого-то выбрал, а потому что вот так сложилось, так Господь распорядился, что мы все живем вот в этом пространстве. Там, мы здесь, вы там, я не знаю, молдаване там, украинцы там, белорусы там и так далее. И поэтому, естественно, происходят какие-то атаки. К счастью, они происходят и с нашей стороны тоже. Мы раньше, ну, как-то так себя вели, пытались быть мирными и никого не трогать и так далее. Я сейчас говорю про информационную сферу исключительно. Да. На нас постоянно вещают куча иностранных медиа, американских, немецких, английских и так далее. Мы только не так давно создали канал RT, который вещает на разных языках по всему миру. Не так давно создали агентство «Спутник», которые не ведут информационную войну. Они смотрят на все события просто с точки зрения России. Что, в общем, ну, естественно и правильно. Поэтому и понятно, что эти атаки организуются по всем направлениям, в том числе и по направлению церкви, потому что, да, правильно, церковь – это
И вера – это или один из важнейших объединительных факторов, либо, может быть, самый важный объединительный фактор. И поэтому, конечно, эти связи тоже надо разорвать. Задача нас разобщить, она в некотором смысле, эта цель ими достигнута, нашими противниками геополитическими, но все-таки не до конца. Мы пытаемся сопротивляться, и даже факт вот этого разговора – это уже факт такого сопротивления. Мы со своей стороны, я имею в виду свою организацию, русские е-репортеры, делаем то, что от нас зависит, то, что мы можем сделать. Мы общаемся с журналистами во всех странах бывшего Советского Союза и в других странах, но прежде всего вот на постсоветском пространстве, именно с целью договориться об общих принципах, правилах профессиональных, и именно с целью сделать так, чтобы наше общество, во-первых, сначала мы сами, а во-вторых, как следствие, наши общества наших стран лучше понимали друг друга, чтобы мы писали о Грузии не что-то обидно-политическое, а чтобы мы писали, например, про людей прекрасных в Грузии, чтобы мы говорили там о грузинской культуре и так далее. И чтобы в Грузии, в свою очередь, также писали о России. К счастью, есть о чем писать. В России куча грузинских фамилий, даже в современной культуре. Я уж не говорю про то, что у нас, ну, про те имена, которые были раньше, там, Данелия, Яселяне и так далее, и так далее. Вот. И да, конечно, взаимопонимание, для взаимопонимания журналистика может сделать очень много, это правда. Да, именно, вот я это и хотел попросить в связи с этим, вот то, что сейчас было сказано, что вот здесь какая-то стигма создана этим либеральным СМИ, которые, естественно, с противниками сангажированы такой, с другой стороны. Вот мы вначале сказали, что вот у российского правительства есть своя эта позиция, что надо со всеми иметь добрые отношения. То, что на сегодняшний день не очень-то удается. Почему? Потому что во всех этих республиках уже воцарствовалось мнение, что вот все, что идет со стороны России, это агрессивное, это захватничество, это гнет. Ну, пока не могут разврат приписать, потому что разврат идет именно с Запада. Вот совсем недавно мы цели, вот в нашем возрасте люди стояли на улице, отстаивали нашу честь, чтобы тут не проводили парад нечестивцев на улице. Вот приходилось прямо физически отстаиваться. Вот это не могут Россию пока приписать, а все остальные грехи приписывают. И создали такую стигму, что любая попытка вот как-то наладить отношения, она встречается вот подготовленными такими наточенными так называемыми журналистами-террористами, я их так называю, потому что их трудно назвать журналистами, это просто нападающие такие люди, которые камерами и микрофонами в руках просто не дают высказывать свое мнение, просто нападают, обливают грязью. Такое отношение. И чтобы это преодолеть, и не создать такую непонятную вакуум, как-то заполнить, потихоньку раскрыть и создать ту реальную картину. Именно я хотел бы попросить вот содействия в этом, чтобы мы говорили, подключали вот тех людей, которые знают историю, чтобы мы рассказывали молодежи о нашей общей истории пройденного этапа. Потому что самые близкие связи еще с 12 века при царице Тамаре начинаются.
между Россией и Грузией. И до того были еще связи, чуть ли антических времен. Это тех, которые хорошо знают историю, это могут сказать. Культурные связи, которые вот непрерывно идут, потому что у нас же все-таки вот христианское, мы же грузины и русские, мы стали частью христианской цивилизации, а грузины в основном в христианство цивилизации современной через Россию уже вошли, начиная уже с 19 века, в конце 18-го, начало 19-го. И научные связи, я сам лично аспирантуру там закончил, в Москву и прожил, и живу по сей день местами, набегами лет 30. Вот эти научные связи, вот то, что я прошел, через чего я прошел. Вот восстановление этих отношений. И самое простое, что можно было бы и сделать, это, конечно, связи между монастырями, между монашествующими людьми, между священниками. То, что опять довольно сложно делать, потому что трудно преодолеть границу. Это замкнутый круг, это противостояние, вот трудно преодолеть. И вот в этом направлении могли бы оказать содействие, чтобы мы могли совместно какие-то передачи делать, вот, ознакомлительные. Конечно, связи с монастырями – это не моя компетенция, а связи с журналистами – это вполне себе моя компетенция. И мне кажется, есть смысл провести, наверное, в Тбилиси какую-то встречу русских и грузинских православных журналистов, чтобы как минимум поговорить, понять, есть ли у нас разногласия. Мне кажется, их нет, но надо проверить. Да. Наша готовность совместного действия. Конечно, понять, что у нас есть общего, и понять, что мы можем сделать для того, чтобы вот это зло не умножать, а постараться с ним бороться. Зло разобщенности, я имею в виду. Да. И мы вполне можем это сделать в ближайшее время. Я думаю, что мы это сделаем. Дай Бог, чтобы правда все-таки стала на нашей стороне, и чтобы это мы могли донести до людей. Обычно как говорю, Дмитрий, что если делаешь добро, оно принадлежит всем. Как сам Господь говорит, что вот солнце для всех встает, и листья на деревьях для всех, и для хороших, и для нехороших, для всех. И если делаешь добро, и при том искренне, ну, она всем принадлежит. Хоть хороший человек, хоть нехороший, хоть какие бы у него мысли не было, она все-таки вселяется, входит, и человек становится еще лучше, чем он есть. Поэтому добрые дела всегда приветствуются. Особенно мы, грузины, очень любим доброту и всегда готовы гостеприимно это дело осуществить. Прекрасно. Вот на этом и договоримся, и начнем готовиться к этой встрече. Давайте. Давайте договоримся и продолжим эти беседы, эти разговоры. И еще раз в конце нашей встречи я еще раз хочу представить, напомнить нашим слушателям, зрителям, те, которые поздно присоединились, что мы сейчас вели передачу. Я из Грузии, Давид Хараидзе, и из Москвы журналист, руководитель организации «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин. И мы решили, что организовать вот не только такие телемосты и телепередачи, но еще и провести в Грузию встречу журналистов, православных журналистов, православных, всего нашего общего мира, не только русских и грузинов, но и белорусов, и украинцев, и сербов, если возможно. Ну, у нас нет таких связей. Но у вас, наверное, есть, Дмитрий, да? Или, да, конечно, есть. Или болгаров, может быть, да, и греки еще присоединятся. Мы все единодушие у нас должно быть. Только в таком случае, в моем понимании, мы сможем устояться и на тех традициях, на которые мы выросли, хотим, чтобы наши дети тоже их продолжили. Да. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч.
Давайте Бог в помощь и до следующих встреч. Спасибо.